Взяття у вітряну погоду почалося ще у травні. Відомий акварелист Всеволод Шарко відкрив персональну виставку «На краю часу». Дуже вдале місце, подумав тоді автор про другий поверх музею літературне Придніпров'я. Дуже хороше поміщення. Да? Тобто, оно, діло не в тому, навіть, як воно там виглядає, а діло в тому, що тут дуже хороша атмосфера. І ми просто вирішили, щоб воно не простаювало, зробити майстер-класи тут. Тобто, просто, навіть діло не в тому, що не простаювало, просто цей період, поки була виставка, ну, как бы зал уже свободный, то есть мы решили сделать мастер-классы. В этой затее не было ничего сверхъестественного, обычное такое желание. Вот были люди, которые готовы были поделиться, и я им очень благодарен всем за то, что они согласились. И были люди, которые хотели слушать, то есть или смотреть. Ось так у Дніпропетровську фактично винайшли новий експозиційний жанр – виставку «Мотрійку». Прийшов на виставку акварели і потрапив на майстер-клас. А як час вийшов, завітав на збірну експозицію тих, у кого вчився малювати. Світлана Данович, Андрій Зубенко, Михайло Новак, Євген Огнарьов, В'ячеслав Апет і, власне, сам Шарко – усі вони люди різного ступеню вітряності. Автопортрет, по-моему, не вписывается в экспозицию, потому что у вас ни один волосок не шелохнется. А экспозиция называется «Жизнь в ветреную погоду». Подлог. Отвечайте. Никакого подлога. Ветер в голове в данном случае. Теплый ветер, который, как мне кажется, бодрит и дает тепло, находится в голове. Ветреный в плане несерьезный, тогда нет. А вот как мой Мэри Поппинс прилетел с ветром и улетел с ветром, это, наверное, да. На самом деле ветер ваши стихи? Воздух, ветер? Наверное, нет, но ветер – та стихия, с которой можно договориться. На каком языке? Ну, на языке ветра желательно, чтобы ему было комфортнее со мной общаться. Думаю, нет. Думаю, я такая вот патологическая отличница, которая пытается там стремиться к перфекционизму. Ну, поскольку я стала художником, то это меня не минуло. Сева, ты ветреный человек? Ну, бывает. А хочется быть более ветреным или более земным? Нет, не хочется. Мне хорошо так, как есть. Та й працювати у вітряну погоду в буквальному сенсі цього слова готові не всі. Ні, я працюю з натурою в будь-яку погоду. Якщо я, скажімо, вирішив завтра чи через 2, 3, 5, 10 днів піти на етюди, то, відповідно, у мене погода мало вам. Тобто ви диктуєте тоді рисунок, ви рішаєте. Вона вам не указ. Не указ, вітер в моїй голові. Он мне подсказал, что надо пойти через 5 дней, там, или через, я иду через 5 дней, через день, или через день. Мне интереснее работать в мастерской, и, скажем так, ну, это лично мое субъективное мнение, что, да, многие художники ходят на пленэр и работают с удовольствием, ищут настроение, ищут краски, ищут вдохновение. Но у меня пленэр для меня лично ассоциируется уже с каким-то этапом ученичества, поэтому... Ну, с другой стороны, скажем так, никогда не говори никогда, это не значит, что я не хожу вообще и не хожу категорически. Скажем так, той же осенью, той же летом очень здорово выйти, расписаться, почувствовать природу, цвета, краски, потому что все-таки постоянное нахождение в мастерской, оно накладывает отпечаток. А когда выходишь на природу, ты напитываешься этими красками, у тебя даже живопись становится в результате цветнее, ярче. Ветер я тоже очень люблю, поэтому пошла. Когда ветер, нет. То есть, как бы, ну, на тебя падает все. То есть просто падает. Ну, ветер дует, он мешает. В остальное время можно. Утім, які б різні вони не були за технікою, жанровою пристрастю, стихійною приналежністю і, звісно, кількістю вітру в голові, п'ятеро з них віддали належне організаторським здібностям шостого – Всеволода Шарка. Утім, сам винахідник вважає продовження власної виставки ось таким робом цілком природнім процесом, формула якого проста, як усе геніальне. Аби щось відбувалося, треба щось робити. Постоянно такое стоит общее нытье, что ничего не происходит.
Ну, на самом деле, чтобы что-то происходило, нужно просто что-то делать. То есть, ну, взяли, что-то сделали. То есть, это понравилось. Отлично, то есть, я рад. Да, были теплые отзывы, многим было интересно, многие хотели продолжения. Это удивляет другое, что, в общем-то, затея-то не хитрая. То есть, а что требуется для продолжения? Ну, пожалуйста, вот зал есть, можно обращаться к Елене Валентиновне, она всегда откроет двери с радостью. То есть, пожалуйста, то есть, просто не надо ждать, пока кто-то это сделает. То есть, вот и все.